Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу показать вам очень быстрый и красивый дизайн ногтей. Извиняюсь за мой голос, немножко я приболела. Но выйти и показать вам этот дизайн я не смогла, не выйти. Так, давайте начнем. Что нам понадобится? Белый гель-лак. Девочки, ускорять ничего не буду. Хочу просто вам показать, все как есть. Но я думаю, вы меня уже поняли, потому что выпускаю я видео постоянно без перемоток. Так, покрываем типсу белым гель-лаком и отправляем в лампу. Так, наш типсик просох. Перекрываем его во второй слой нашего гель-лака. Хотела вам сказать, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Впереди еще много-много всего интересного. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Так, ну а мы тем временем сушим наш второй слой и перекрываем это все, девочки, матовым топом. У меня вот такой топ, буду им перекрывать. Конечно, девочки, я для вас сейчас не открою что-то новое, но очень мне захотелось вот показать. Я уже попробовала, мне понравилось, теперь хочу поделиться с вами. Так, наш типсик сохнет. Я беру пластину новогоднюю, конечно же. У нас же Новый год скоро, поэтому новогодняя пластинка. Выбираем рисунок. Давайте выберем вот такой вот, к примеру. Берем типсик наш перекрытый матовым топом, штампик и краску для стемпинга. Я буду использовать черную отборную Претти. Вот такая вот, вот такой лак. Вечно мне хочется назвать ее краской. Так, и карточка, конечно же, моя карточка. Так. Давайте сейчас быстренько попробуем все это дело перенести. Может, у меня с первого раза не получится, конечно же. Поэтому мы пробуем второй. Так, ну что, пробуем второй разочек. Да. Ну, мне, знаете, не очень нравится, как она отпечатывает. Так, девочки, отпечатала я ее. Это у меня такая пластинка просто. Не алё. Так. А, значит, еще хочу вас пригласить. Кстати, да, хочу вас пригласить к себе в Инстаграмчик. Я решила Инстаграмом заняться не просто выкладывать свои фотографии работ, но еще и всякие МК снимать. Так что приглашаю, ссылку оставлю. Находите меня и подписывайтесь, смотрите всякие разные МКшки. Так, а теперь мы берем и заполняем, девочки, да, все совсем просто. Мы берем палитру и берем мы кисточку. На палитре у меня уже нанесены цвета. И берем тоненькую кисточку и шуруем заполнять наш стемпинг, так скажем. Заполняем. Сильно, конечно, заливать краской не нужно, так как нам нужны, чтобы было видно все наши вот эти вот прожилки. Заполняем. Так. Так. Поехали дальше. Вот чуть выше листик. В общем, и заполняем так каждый. Самое главное, аккуратно набирайте красочку, чтобы не было
жирных капель, иначе он просто размажется у вас и все. А нам нужно, чтобы у нас был красивый, четкий рисунок. Хотела я рисовать мышь сначала, думаю, так, надо сесть нарисовать мышь какую-то. Села, что-то она мне не взошла. Это мышь. И пришло в голову вот такой вот шикарный, такая шикарная идейка, где не надо особо и рисовать, сиди и разукрашивай себе. Так, девочки. А если у вас есть пластины, там вообще какие-нибудь, много новогодних пластин с разными дизайнами, вам вообще шикарно. У меня вот одна пластина, к сожалению. Где-то еще маленькая есть, со снежиночками. Вот. Так что вы удивите, если честно, своих клиентов. Ну, это вот отлично, вот, в принципе, и не только начинающему мастеру. Это подойдет для любого мастера. Это красиво. И не надо заморачиваться, что-то вырисовывать. Конечно, это не быстро, но ценник, я вам скажу, за дизайн сразу будет другим. Так, давайте я сейчас заполню все вот эти листочки и к вам вернусь. Так, девочки, смотрите, заполнила я все наши листики зелененьким. Теперь берем красный цвет и делаем... И точнее заполняем наши вот эти вот, не знаю как это, ягодки, рябинки. В общем, заполняем. Не забываем все это дело подсушить, чтобы не было у нас никаких растекшихся капель. Немножко, прям 10 секундочек, чтобы схватилось. И дальше поехали. Не спешим. Делаем все аккуратненько, красивенько. Мне такой дизайн очень понравился. Я, если честно, даже не ожидала, что будет так круто. Я думаю, многие уже пробовали, но я теперь тоже в том числе. Так. Дальше заполняем. Уже красиво прям. Так, опять подсушим. Покажу вам в конце, какая красота получилась у меня на других типсиках. Так. Хотя, возможно, я сделаю заставкой то, что у меня получилось на других типсиках. Так, много взяла. Все, расставила. Красота. Отправляем в лампу, пусть просохнет 30 секундочек. Так, девочки, остался у нас бантик. Заполняем наш красивый бант. Конечно, желательно, чтобы ваши гель-лаки, которыми вы будете заполнять, прям вот тоненько заполняйте, чтобы они как бы просвечивали, чтобы не забивали весь, все вот эти вот прожилочки рисунка. Так, прям минимум. Угу, красиво уже. Так, вот тут немножко я заехала, но это не проблема. Так, смотрите, у нас уже получается красота. Сейчас я вот это подотру. Так, подхватила в лампе и продолжаем закрашивать
Наш мант. Так. И с другой стороны то же самое. Покажите вот такие дизайны вашим клиентам. И они по-любому попросят. Ну, потому что это красиво и вам не заморачиваться особо. И клиенту такая картина. Клиенты вообще считают, что это просто шедевры. Шедевры. Так, отправляем в лампу. Так, теперь беру немножко прям капелюшку черного и красного. Все это перемешиваю. И вот здесь вот рисую внутренности вот этого бантика темненьким. Заполнили серединочку. Вот такая вот красота, смотрите, шикарно, просто шикарно. Но это еще не все. Отправляю в лампу. Есть у меня вот такой вот шикарный гель-лак, такой вот красненький, блестящий. Немного наношу его на палитру. И беру кисть и вот так краешки прям так, что-то у меня здесь, как обычно, я не могу не вляпаться, и вот так вот по кругу прям такими вот движениями все это растираем. Так. Такая красотень у нас получается. А заиграет оно, девочки, как только вы перекроете это все топом. Вот у кого есть пластиночки, а я думаю, что они сейчас есть у всех, 100%. Пробуйте, не пожалеете, вообще очень круто, красиво. Смотрите, как получилось. Можно, кстати, добавить немножко серебряных еще блесточек. Тут у меня есть на палитре. Немножко прям поверх красных. Все. Отправляем в лампу и перекрываем это дело топом, нашим топом. Так, девочки, перекрывать буду вот этим топом от Жиди Коко. Так, и поехали. Можно было бы, конечно, и вот эту вот типа рамочки сделать другим цветом. Но мне захотелось так, почему бы и нет. Такая вот красота. Делаем такой выравнивающий слой. Ну, как бы на типсе он и, в принципе, и не нужен. А на ноготках все выравниваем. Так. Так вот у нас, смотрите, получилось. Красота. Все, конечно, вот это красное блестит. Все это красивенько. Можно добавить, допустим, белый гель краской. Из липкого слоя какой-то контур. Давайте, кстати, попробуем. Так, контур я буду делать белой гель-краской без липкого слоя. Поэтому перекрывать ее уже будет не нужно. Берем тонкую кисть. Мне, в принципе, и так уже нравится. Но можно и обвести это тоненько-тоненько, так, чтобы в глаза особо не бросалось. Но при этом был вид такой картины. Так, все довела. Сейчас вот здесь вот немножко прям вот. Смотрите.
Вот вам и дизайн. Вот такая вот картина получилась. Фокус мой издевается надо мной. Вот, смотрите. Красота. Ляпота. Вот так вот. Так, сейчас отправлю в лампу. Так, девочки, смотрите, вот что у нас, точнее, у меня получилось. Смотрите, какая красота. Можно было бы тоже, конечно, не красненьким, а сереньким, но да ладно. В общем-то, получилось все равно здорово. Смотрите, Дед Мороз, точнее, Санта-Клаус, свеча, все красиво. А кто сделает, присылайте, пожалуйста, в группу ко мне в ВК. Я тоже хочу посмотреть на ваши работы, как у вас получилось. Вот такая вот красота. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!